Это в начале мая грозу все любят, а в середине июля многие ей совсем не рады. Кому-то пришлось прервать пляжный отдых. Метеозависимые и вовсе страдают от скачков давления и головных болей. Не вешать нос, самарцы, говорят специалисты гидрометцентра. Температурный режим, который установился как минимум на ближайшие 3 дня, не выходит за рамки нормы. В Самарской области средняя температура в июле должна быть в районе 21 градуса, что совпадает с прогнозом на ближайшие дни. В ближайшие 3 дня жары не ожидается. Дневные температуры воздуха будут в пределах от 21 до 27 градусов, ночные температуры от 10 до 17 градусов. Периодически будут выпадать кратковременные дожди с грозами. Дожди и грозы в середине июля также не являются аномальным явлением. При сильной жаре осадки даже необходимы. Другое дело электромагнитные бури. Небольшие 4-бальные возмущения начнутся уже в среду, 20 июля. В четверг и пятницу активность возрастет до 5 баллов, что соответствует слабой буре. В субботу, 23 июля, активность вновь вернется к 4-бальной отметке, а в воскресенье снизится до 3 баллов. Приближение магнитной бури некоторые самарцы уже ощущают. Вы ощущаете магнитные бури на себе? Да, ощущаю. А как боретесь? Таблетками? Ну, наверное, как все пожилые люди ощущают. А как боретесь с этим, вот если голова, допустим, заболела при смене погоды? Пережду. Бывает такое. Бывает? А как вы с этим боретесь? Таблеточка. Таблеточка? От головы. Ну, больше головные боли, да. Нет, конечно. Нет. Я здоровый человек. Да, ощущаю. Погода меня. А как голова болит? Кажется? Ну, как давление поднимается, слабость, недомогание. Ага. Да. А что делаете с этим? Ну, таблеточки какие-нибудь. Вообще, какой сильный дождик был, у всех давление сразу. Ну, да. И у молодых, и у старых, у всех давление. Конечно, лучше дома лежать надо. Каждый второй участник опроса заявил, что во время магнитных бурь пьет таблетки. Но врачи говорят, принимать лекарства можно только после консультации с медиком. А в период геомагнитных бурь лучше воздержаться от физических перегрузок, больше пить и соблюдать режим сна. Александра Гусева, Максим Гусев, События.